всем приветно. Пригласи отправил, если... It's go time! Еще тут такая фигня, что почему-то ты настраиваешь психмарки заново. Твоё роста в наше... Там юнити. Ну мы Доди там создали. У меня уже есть Доди. Кеп Артёмовская. А мы своё. Да. Уж свой сбор женщин шлюха на канале. Так, это наша. Наша файтманевская. Это, конечно, по-хорошему потратить время и найти лишнюю резинку для джойстика, чтобы заменить её. А у тебя не есть? Ну, тогда я делал запасную, я ее менял. А так нет. Уже не просто осталось. Просто... Ну и где их купить? Просто вас... Мне-то этот... Qualified Pie для него хрен изинки найдешь. Я что-то смотрел. Если у меня был DualShock, то, наверное, да. Так. Я на DualShock. Я на фрукте-то китайский, но там вообще по одному видел. Ну зато за Додзи, как я понял, даю дополнительный АЭ. Ну, будет весело, потому что я буду выходить в эту играть. Чешир же играет на клаве. Не, просто 6 кнопок, в это играть на клаве не очень. Я не знаю, как он играет. Я думаю, на хитбоксе это удобнее, потому что там можно прям... ладонью нажать сразу на несколько кнопок. А тут ну, кнопочки ну, там кнопки. И пальцем, например, это все равно приходится одним пальцем на некоторые нажимать. Ну то есть не очень удобно, потому что они хоть и рядом находятся, но они плохо выпирают. Ну понятно, что это сложно. Ну, видимо, это надо всегда играть на клаве, а будет когда-то нормально. Ну, знаешь, к примеру, сидеть делать два легких удара, сразу нажать одновременно на два тяжелых, при этом зажав назад, это не очень удобно, тебе скажу, на скорости. У меня клавиатура вообще для такого не предусмотрена, потому что какие-то специальные игровые там. Я не знаю. Под это заточены. Я жгу, вот чешу, он же всегда играет на клаве, значит, он как-то удобнее, не знаю. Или он просто джойстики не признает. Я опять забыл мне реквесты кидаются. Батлоджи, по-моему. Да, нет, там в мессенджерах. Да. Я нахожу всегда через мессенджер. Это как-то странно это сделано. В 6 я чувствую, что там на 2К будет. Свои не PC бегать. В 6, скорее всего, будет проще. Игра еще не вышла, а DLC они уже распланировали. Классика. Ты там нажимать будете? Не, нажал, но почему-то уже... Я забыл, что надо нажимать. На старт надо нажимать. Ну да. Ну просто мне приходится привыкать, я постоянно играю в Tekken, там надо кнопку нажимать. Я говорю, каждый раз разное, поэтому надо вспоминать, в какую что нажимать. Да нет, единообразие. Dojo. А вы же в 6-й Street Fighter играли, что, нашли где-то бетку записались? Эй! Hey, а, так можем, да? Ты, кстати, спросишь, его где я? Пошел на Савилл Спик. Который... Там такая длиннющая кишка из рынков. То есть еще на рынках продается, как в 90-е, да, можно пойти типа, и купить. Ну там просто кто-то разбором техники. Раунд 1. Файт! Джойстик, а, да, я просто спросил, а у него есть для этого? Я понял, что типа, может, есть.
Over here! Clear! See ya! Big old Sui! Vermin! A golden! I'll save at least. Что, кстати, у тебя надо это выглядеть? У него усиливается его приема. Просто усилие. А не броня разбитая? Нет. Стену давать броню, это было бы слишком. Я просто... Ура, же по-разному. Играл на Карин, у него появляется этот... Демон, у него появится все эти приемы, которая была там в Альфе изначально, просто так. Усиление — это самое простое. Чтобы точно. Кстати, в пустой там как? Там одна система или тоже надо можно выбирать? Чтобы я не придумал. Там разные уровни и разные эти. А, вот этот у тебя? Это Шинрюкен. Я со вторым. Шинрюкен, он тебе дает эту штуку. Она, кстати, неуязвима. Понял, джедайлов, ты буквально всасываешь противника внутрь. Если ты видишь, что он понял... Его всосать. Он противник от себя. Первый выскилл этот. Когда он бежит, его неудобно использовать. Первый-то он бежит при активации, но на деле-то он усиливается. Сразу все его три приема усиливаются. Пытаются, падут, все. Усиливается. Короче, включили какой-то бет. Слушай, это неплохая вещь, когда... Ты видишь, как кто-то выстрелил снарядом? Если ты достаточно близко, ты можешь... Раунд 1! Ударить. И, кстати, ты еще можешь свои приемы отменять. Шарик делаешь, штучку включаешь. А чё это снова выиграет, по идее? Не, 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 дату не показывай. Что говоришь? Дату не ясно. Дату? Да. По-моему, нет. Можно смотреть только на повтор. Так и не поможет. Вы где это? Бета там что-то скачивали. Тиме ему, а это. You lose. И, кстати, гиканцы Акена как-то можно поактивить. Неплохо умеет. Да я открыт, так давно же. Ударами неплохо можно прижимать. Раунд 1. Да, я знаю, он рождал мир просто. А вот
С вертушкой надо быть поаккуратнее, потому что вертушка... Вертушка... Вот, на скольких побед играете? Ну, каждый по два тут ставить. Короче, мне еще долго ждать время? A foolish insect. Round two. Fight. Hadouken. 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 Это зачем? Нет, урон нанести. Нет, вести режим одновременно. Не, ну может, кроме четвертого позволения коснимся. А вот что делаю. Я не могу нажимать вперед и одновременно. Надо два удара, чтобы схватить тебя. Клавиатура не слышно. Да, я, кстати, да, я не могу типа вперед и сделать захват назад. Захват, а не в него. Не, понимаешь, захват назад-то очень важен все равно тоже. Не, я говорю еще раз, захват назад он очень важен. Стороны не. Да не только стороны. К примеру. К примеру, за Урина можно так комбить. От зеркала. Это очень важно для них, чтобы... Да, я видел. Потому что нужно, может... потому что нужно кидать на зеркало. И назад нужно тоже уметь. Чтобы можно точно так же об зеркало кидать. Да и, дело... да и дело же не только в этом. Я не знаю, Тони Лав-то согласится или нет, мы с ним недавно играли. Он играет чуть получше, чем я. Я бы не мог бы прям... Иди нас только Джек Росс хорошо. Вообще-то, кстати, что еще? Еще тут какой момент важен с этим захватом назад. Можно одновременно блокировать и нажимать на захват. А у меня получается так, что я могу только лишь блокировать. Захват из блока я не могу делать. То есть мне нужно будет отпустить блок и только потом нажать на захват. Знаешь, как это неудобно. Можно, конечно, поставить макрос. По-моему, за хват можно макрос поставить просто. Да, там есть. Round one. Fight. Hey, give me all these feathers!
как свой аналюзик. Final round. Fight. Серван. Не просто ксовый. Рашид. На голове не учит. Сейчас тут я нажимаю скламинацию, там что-то делать, я что-то не получил, но два раза не было. Я, кстати, скажу, почему неудобно. Потому что пальцы вот стоят в ряд. Три. То есть на руки сверху, и потом можно переносить на ноги. А вот для того, чтобы сделать захват, мне буквально, к примеру, нужно использовать два пальца и пальцы переносить по диагонали. Не очень-то. В этом СНК, наверное, кое-что правильно, что я не делаю, что супер у вас не похож на импорт. Я считаю, что надо говорить по разу, как везде. Давай. Хорошо. Let's do this! Ты про что речус? Чего? Я говорю, ты про что речус? Ну, в лобби все играем по одному матчу. Там можно поставить. Это как во всех играх. Ну, во всех играх обычно, да. Я не встречал, это понятно. Allow me a moment to entertain you. Yeah!
попробовать на джойстике, но у него скользкая крестовина. Короче, я вчера третью сюжетку в Драгонболе добил. О. Этот Файтер Зика. Потому что я играл в Кокарон. Какой сюжетный игра. Ну и как там? Ну, динамика боёв. Я сразу Марвел вспоминаю третий. Так оно и сделано как Марвел. Должно быть как Guilty Gear. Ну, вообще-то как Марвел. 3 на 3. Можно менять... Можно делать длиннющие комбы. Ну, кто его делал? У тебя там даже местный X-фактор есть, который усилит тебя. Ну, кто там разработчик-то? Разработчик-то? Arc System вроде. Arc System. Ну, а что вот они сделали? Выпускали Bandai. Я понимаю, что они как бы создатели Guilty Gear, но там как бы Marvel чувствуется налево-направо буквально. Ну слушайте, я то тоже Marvel, кстати. Там так режим идет по одному. Вы там нет проблем. Играете, если вы с обильного персонажа, вы как с этим не проиграли. Вы как бы... Играете просто вторым остаться будет. Здесь, наверное... Выпади самый простой персонаж. Ну да. Типа и серии, чтобы сняли, как освоить игру, надо сделать. Правда, там лобби странно устроено. Неудобно. Не должен сразу сразу как... Там кто и лобби, я был удивлен. Что ты делаешь, как на Калмага? Там окажется, не слишком длинный. Напоминание идет, как в игре длинство. Прикрутили, короче, не знаю, что я там. Всё, там ты не всем корабль, там не может быть. То есть, оказывается, это реализуемо. При этом не помню, что я смогу угодно. Не может просто не успеть. Он сколько апдейтов сделал, он мог бы это сделать. Там. Что это? Я не думаю, что это будет сложно. А всё вот эти сетевые фильмы... Здесь сетевой код есть. Какие у нас там патики? Тебе нужно просто, чтобы импульс представлять. Все, дальше все остальное, как бы игра сама обработает. Тебе нужно делать, чтобы доставку импульс. Да, этот персонаж просто полностью играет вместе. Во время, если ничего не делает, твои импульсы и все. Поиграйте, пока тут перекусываю немного. То есть это на самом деле сделать, мне кажется, не знаю. Студент его курс. Ну фанаты же сделали файтфейс, то есть они там эмуляторы адаптировали. А то это многомиллионная корпорация, что там? Ну кроме продажи DLC персонажа. По поводу баланса там уже он рассказывал, что хорошо, как играл баланс, но... Есть. Интересно. Тут момент он перестает. Защита. Что там вот эти у тут все первые. Причем, когда тебе надо будет сделать, то он никуда никто не сделает. Сейчас это первые три.
Final round. Если первые три были аренными, значит будет. Короче, дар по блоку. Дар по блоку. Зависит от того, какой удар. Ну, я делал легкий удар, я даже не плюс. Не, ну, легкие удары, они вообще плюсы обычно. У многих здесь легкие удары плюсовые. Поэтому очень часто легкий средний трапить. Но у Рюка, например, вот этот средний вот, плюсовой. Им можно просто бить, например. Там все. Да это паниш, она наказывается. У тебя оба версии наказываются, это тоже наказывается. Ох, Все-таки забан заметов. Нужно было средний. Round 2. Fight. Shoryuken. Hadouken. Или нет? Я подошел сначала, да, типа легким, полицейским. Ну, классические эти стритфайтерские. Клинки ты имеешь в виду, чтобы кормить? Ну, типа того. Ну, тут так и делается. Ну, или ты имеешь в виду классические в каком плане? Тут, ну, комплекты, конечно, другие. Ну, как стритфайтер? Типа ты там жмешь легкую руку, там, среднюю руку и сильную ногу. Типа это считаешь, что другое. А, ты имеешь в виду чейн, который здесь стоит? Не комбо было еще. Не, просто говорю, здесь есть вот это вот. Здесь есть вот это. Ну, понятно, что я могу зайти в стрелы и посмотреть, что вообще. Хадоукен! Я там тебе, в принципе, не предлагаю. Мне в пятерке стрелы сложнее дают. Вообще странно. Мне кажется, что стрел подставки. Стрелы, да, они тебе подсказывают, например, как можно сделать. Например, в этой части, в пятой, тут прям конкретно такие подсказки идут. Как, например, можно сделать. Хадоукен! Вообще, да, появились.
Там тоже, в принципе, там тоже, в принципе, показывало, как можно. Там тоже показывали, как можно делать прокси. Там все-таки туториалы получше сделали. Я готов к бою. It's go time. Ты просто... Зарк... Геком, ты просто выставил до 5 побед. Поэтому, поэтому рематчей столько можно делать. А если чужим какие-то? Ну, сейчас я нажму, только сейчас я нажму, ты не нажимай, и меня просто кинет. Поменяет. А мне стоп, погоди-ка. Ты должен нажать. Я перепутал. Ты должен нажать, меня кинет. Я объясняю, что делать. Вы делаете до одной победы, и чтобы победитель мог только один раз. Тогда будет постоянная ротация. Ну да. Без этого, без рематча. Ну можно было бы хотя бы поставить рематч до 2. Нет, я имею в виду, как сделать. Это только на 3 чека работает, тогда будет идеальная система. Тогда будет каждый играть со всем. Если один кто-то играет за победит, то он будет играть с другим дым, потому что победитель если хочешь, автоматически каждый... замещается. Если вот. Ты хочешь, чтобы каждый играл, то здесь есть два режима. Есть... А есть другой режим. Это называется, там примерно постоянная ротация. Он стоит, но ты делаешь попытку, когда она горит. И видишь, он там по границе делает, что второй горы после одной победы смещается. Но так там, там нет больше другого, в принципе. А тут я не знаю, тут есть. Нужен приказ, типа, скажем. Это для трех, и уже не получится. Гекан решил тарить даже без... даже под попаданием в блок. Все-таки как-никак. To honor father, big bro will do his best. Он не должен далеко доходить. Это вот, например, у Алекса пахнули захват, он там стоит не, на неплохое расстояние. Ну, короче, можем сыграть в стейки, не, в него лучше, да, там будет хотя бы ничего. Я же даже, по-моему, Текен не установлен. Нет, Текен меня установлен. Я посмотрю
Yukinama! Let's fight! Cody! Okay, come on. Да, я в звуку не поиграл. Сейчас. Чего? Как ее активность? Мне в четвертой коде очень нравится. В пятерке он чуть по-другому играется, конечно. Раунд 1. Fight! Кстати, а куда именно?